Встретился мне вот тортовик березовый или березовая губка. Я давно смотрел на различных каналах, как его готовят. Вот. Недавно даже смотрел на канале «Грибники Полтавщины». Всем привет! Вы на канале «Тихая охота». Я в березовой посадке сегодня. И встретился мне вот тортовик березовый или березовая губка. Я давно смотрел на различных каналах, как его готовят. Вот. Недавно даже смотрел на канале «Грибники Полтавщины». Владельца канала зовут Слава. Он тоже готовил его. Гриб слегка горьковатый после отваривания. Но я все-таки решил попробовать его приготовить. Нужно брать вот такие вот, которые мягкие, экземпляры, молодые. Вот. Вот еще они же. Вот он, березовая губка. Или тортовик березовый. И вот еще один. Все-таки выстрелили в эту засуху они. Потому что я думал, уже походил по этой посадке, попадались мне на березах старые вот эти березовые тротовики, прошлогодние. Вот примерно такого вида, как этот. А молодых я не видел. Ну вот они встретились все-таки. Березовая губка. Тротовик березовый. Попробую его сварить. Ну, посмотрю еще, как другие готовят. Приготовлю и сделаю видео, выложу на канал. Сейчас прогуляюсь, посмотрим, может, что еще выстрелило тут по березовой посадке, по этой. Посмотрим. Да, вот еще он же тортовик березовый, вот он мягкий такой, такими вот наплывами вырастает, как и все тортовики. Вот они же на березке. Березовая губка. А вот это вот, похоже, какой-то слезевик. Возможно, фулига гнилостный был или еще что-то. Уже созревший. С него споры вот высыпались. Вот, друзья, походил. Еще вот она, березовая губка. Вот он большой прям грибок. Но тут я не полезу, тут вот пониже шиповник колючий. Я за ним не полезу. И он повыше еще. Он. Там мне того, что я взял, хватит для эксперимента над собой. Больше я брать их не буду. Поставил, друзья, вариться березовую губку. Посмотрим, что получится. Ну, варить я буду где-то минут 40, не меньше. И попробую, как она мне на вкус пойдет. Друзья, варятся эти грибы минут 7. И от них уже такой запах, как какое-то тряпье, как будто старое, варится, кипятится. Вообще, я не знаю, даже стоит их пробовать после варки или нет. Но пускай поварятся пока еще. Ну, друзья, прошло 40 минут варки. И я вам скажу, они перестали вонять тряпьем. Пахнут, как обычные грибы, съедобные грибами. Когда они были свежие,
они так же пахли, как какие-нибудь там, например, подберезовики или маслята, грибами, грибной запах был. Только в начале варки вот этот вот запах появился неприятный, но сейчас все хорошо. Выключаю огонь и буду пробовать сейчас. Итак, друзья, вот они, я их промыл. Я не солил ничего, вот как есть. Сейчас, ну-ка. Знаете, даже и не горчат. Ну-ка, посолить. Да, можно их вот такие вот молодые, беленькие, пока они еще нежные. Да, можно готовить, жарить. Очень даже неплохо на вкус, если честно. Да, я вам скажу, молодые, да, можно. Но вот этот горчит. Вот я его перед готовкой почистил, как картошку. То есть кожицу всю срезал. И вот все старые части жесткие посрезал. Но я так понял, попалась вот какая-то часть прям жестковатая, и она горчит. Вот я прям не пойму, даже вот сейчас еще я пробовал, ел, и вот почти все части трутовика вот эти вот горчат. Есть попадаются, прям не горчат, и я даже не знаю почему. Да, вот тоже горчит, и вроде нежный попался кусочек. Да. Я вам скажу так. Я его готовить больше не буду. А вот которая часть именно прям вот мягкая, нежная, она не горчит. То есть, если вы решите приготовить этот гриб, трутовик березовый, то нужно брать очень молодые и очень мягкие только. Все, что там хотя бы чуть-чуть твердое, жесткое, не думая, прям обрезаете, выкидываете. И все. Всем удачной тихой охоты. Пока.